Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем продолжать играть в эту замечательную игру под названием Shadow Fight 2. Ну что ж, ребята, я поменял, немножко изменил свой костюм и поменял когти на мечи, потому что мечи мы не смогли с ними справиться немножко. И так получилось, что разбойник просто нас убил в прошлый раз. Так, теперь мы взяли когти и попытаемся дать ему сдачи. Ну что ж, погнали. Ух ты ж такой-то, а. Ух ты, я не понял, а. Ты что, а? Да что ж такое, я не могу даже его ударить ни разу. А что у него жизни не так забираются, как у меня, ребята? Как так мимо-то, а? Ах ты! Ребята, у него один удар палкой, и у меня все жизни забирает. Как мне его победить реально-то? Ну? Давай еще раз. А ну-ка. Ах ты ж. Ну как, один удар? Посмотрите, он меня раз ударил, и уже полжизни у меня нету. Вот как его можно победить реально? Не знаю, как. Но мы не победим его никак. У него один удар, и у нас забирает очень много жизней. Я не знаю, что нам делать для того, чтобы его победить. Выживание, рысь. Стадия 11-24. Безумно. Ну, безумно сложно. Я не знаю. Энергия. Для боя нужна энергия. Его можно восполнить за кристаллы или получить... Давайте за кристаллы, конечно. И это что такое? Опыт. Ладно, давайте. Энергия есть. Сейчас попробуем с энергией теперь. То не было у нас энергии. Теперь попробуем подраться немножко с энергией. Может, теперь мы его научим? Давай, давай, давай. Ах ты ж. Ну, посмотрите. Ну, один раз ударил, и все. Ну, я его даже... Ну, что это такое? Я даже... Да. Куда это годится, а? Я его бью, у него по чуть-чуть жизни съедает, а у него два удара отняли мои все жизни. Так не годится, ребята. Это уже нечестно. Это то же самое, что биться в разных весовых категориях. Вот как так можно, а? Побил меня он, но ничего. Ах, как же нам его победить? Так. Для того, чтобы нам его победить, нам нужно турнир, рысь, выживание, перерождение, мясник, отшельник. Нам нужно победить каких-то других. Наверное, победи рысь, чтобы открыть этот акт. А, мне нужно рысь победить. Ну что, давайте попробуем подраться с рысью, ребята. Мы дрались с ним на начальном этапе. А теперь попробуем. Но нам нужно перед этим одолеть всех его бойцов. Кирпич. Ну что, кирпич, готов получать по заслугам? Опять с палками. Да что ж такое? Что у меня они не открыты? Вот это я понимаю, противник. Все, ха-ха-ха. Победа, победа, ура. Отлично, так, раунд второй. Бой. Ах, ты ж такой. А так вот не ожидал вот. А вот так вот, а. На, с колена, на, получай. На тебе, так, на.
Отлично, ребята, мы победили. Супер. Так, едем дальше. Едем дальше, дальше, дальше. Я не поменяю. Как такая букаша смогла победить меня? Слышишь ты, букашка? Я сейчас... Так. Боже. Так, дуэль, ребята. Я на дуэль. Случайно выбранное снаряжение. О, открылась новая эта локация. Дуэль. Ну что ж, на дуэль меня вызывают, раз так я готов сражаться. С кем? С ниндзя, ребята. Я буду драться с ниндзя сейчас. Это круто просто. Сейчас посмотрим, на что этот ниндзя способен-то. Так, у меня палки. Ах ты. Ой-ой-ой-ой, порежет, разрежет меня. Так куда ты? Ах ты ж. Ниндзя, я не понял, а? Да что ж такое? Ну как я мог проиграть? Просто, мне тут дали нового бойца с палками, а я как я мог проиграть? Мы должны обязательно выиграть этот дуэль. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да все. Да, ниндзя боец сильный, ребята. Мы возьмем реванш. Я знаю, что я проиграл, но я хочу биться с тобой еще. Я обязательно у тебя выиграю. Я дуэль эту должен победить. Есть новый меч, ребята. Купим. И улучшим его сразу же. Так, отлично. Ну что, ребята, пошли на дуэль. А, у нас там новые эти были, ребята. Новые снаряжения. Подожди, подожди, подожди. Давайте оденемся. Давайте оденемся. Мы здесь можем изучить. Конечно, все, ребята. Двойной удар ногой, прыжки. Отлично. Так, и также у нас тут открылось много очень разных штучек, которые мы можем сейчас себе прикупить. Так, ну что ж, давайте новый костюм купим. Давайте сразу его улучшим. Так, отлично. Так, новый шлем есть. Давайте купим. Давайте улучшим сразу ее. Ну, в принципе, пока все, ребята. Так что давайте пойдем в лобби и, собственно, сыграем партию. Так. Дуэль. Так, выбираем дуэль и в бой. А ну посмотрим. Какие мы теперь. У нас демон, у нас светятся глаза, ребята, в темноте. А я тут все равно другой. Я понял, то есть для того, что... Я все, я понял. Это вообще-то дуэль, это другой бой немножко. Это не мой боец. Не зажимай меня в угол, сколько можно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Тихо, тихо, сейчас победим. На тебе вот так вот. А вот так вот, а вот так вот, не ожидал ногой. А вот так вот, на, еще и палкой здесь. Ах, ты ж такой вот. Так, в первом раунде мы его замочили, остался второй. Ребята, если мы во втором победим, это будет круто очень. Бой. Ах ты. Так, ребята, жизни пока поровну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Только не это. Ай, дал по щам мне. Да ты что? Как же дальше жить? Ай-яй-яй-яй, нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет, ребята. Нет, ребята, осталось еще совсем немножко. Как я мог до такого допустить? Как? Да, ребята, отлично, просто супер, мы его уложили на лопатки, супер, круто. Так, вот это я уже понимаю, меня радует немножко, вот это да. Мы выиграли с вами дуэльчик, это просто не может не радовать, это просто круто. Так, ну что ж, дуэль мы с вами выиграли, ребята, ну что ж, мы немножко улучшили костюм, так что теперь, я думаю, на турнире мы должны все-таки победить этого нехорошего разбойника, который нас палками постоянно бьет. Мы купили себе меч, теперь, я думаю, мы хоть немножко что-то сможем с ним сделать. Короче, что покупал я, не покупал, он какой-то такой с этим мечом неповоротный, теперь так сложно его... Не, новый удар прикольный. Так куда ж ты лезешь, а? Ого, ребята, круто. Мы его уложили на лопатки. Отлично. Все-таки улучшения работают. Круто. А ну-ка, иди сюда. Сейчас мы тебя порубим сразу. Все, ребята, мы его зарубили. Отлично. Все легко и просто. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да-да-да, мы не только такое умеем. Мы умеем еще многое. Так, ну что ж, давайте перейдем к следующему бою. Так, берем, давайте восстановим энергию нашу. И в бой. И, собственно, в бой. Ну что, поехали. Ох ты ж, так сложно. Ох ты ж, жало. Это подруга. Это девчонка. Я не понял. А, да, мы ее проткнули мечом. Отлично. Просто супер. Просто круто. Просто вообще кайф. Так, едем дальше. О, ты ж такой. На тебе. Ребята, что ж такое? О, да, ребята, мы ей отрезали ногу. Все, ребята, мы ее уложили на лопаточки. Отлично, просто супер. Просто супер. Так, ну что ж, переходим к следующему бою. Переходим к следующему бою и посмотрим, на что мы сможем быть способными. Так, энергию, давайте восстановим энергию. Бой. Против безумца мы сыграем сейчас. Ну что, безумец, готов принимать мой меч? На, держи, получай. Ах ты ж такой. Ого, безумец дал мне по щам. Ой-ой-ой-ой. Так, я не понял. Все, мы его зарубили.
Зарубили нашим отличным мечом. Круто. Так, едем дальше. Ну что ж, а ну готов? Конечно, готов. Ну давай. Иди сюда. Сейчас я тебе покажу, как надо жить правильно. И как правильно драться. Быть мужчиной. Все. Ха-ха-ха. Ребяточки, мы его уложили на лопаточки. Отлично. Так, ну что ж, дорогие друзья. Вы были на канале Вечное Детство. Этот выпуск подошел к концу. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И до встречи. С вами был Юра. Пока-пока.